Дублеры ФК «Тюмень» удачно стартовали в третьем дивизионе первенства России по футболу среди команд зоны Урал-Западная Сибирь. На стадионе «Геолог» подопечные Вячеслава Афонина обыграли «Витязь» ГТУ из Уфы 4-2. В самой игре хотели больше позиционных таких атак, позиционной игры. Я думаю, что все-таки соперник позволял это делать, поэтому есть такое определенное неудовлетворение. Ну и, конечно, вот эти вот ошибки, ляпы, которые допустили в обороне, наверное, это не соперник там. Вот что-то там создал такое, что мы пропустили эти мячи, а сами ошиблись. Этого нельзя делать. Вот это вот расстроило. Голами в составе хозяев отметились Илья Лудюков, Михаил Трофимов, Артем Докучаев и Артем Тихонов. У гостей дубль на свой счет записал Артем Гончаренко. Можно отметить их нападающего, который вот забил им два гола. То есть он быстрый, подвижный, рвет, то есть вперед такой хороший. Вот, в принципе, ну, игра давалась нам, мы держали, контролировали мяч. В принципе, игра была, считай, наша. Сразу в первых минут было понятно, что мы должны выиграть.